Это моя домашняя творческая студия. Бижутерию я делаю с полимерной глины. Также делаю блокноты ручной работы, игрушечных зайцев. Еще я делаю косметику. Это бальзамы для губ, мыло ручной работы и шипучки для ванны. Такие вещички сделать очень просто. Главное в этом терпение. Давайте попробуем что-нибудь смастерить. Это все, что нам понадобится для работы. Жидкая полимерная глина, обычная полимерная глина коричневого цвета. Из нее мы будем делать шоколадку. И заготовка для кольца. Также нам понадобится паста-машинка, чтобы раскатывать эту глину. Или вместо нее можно использовать скалку. Для начала мы разомнем глину, чтобы она стала мягче. У нас получилась такая лепешка. Теперь мы прокатываем через паста-машинку. Из сложной пополам лепешки мы вырезаем шоколадку. А теперь с помощью зубочистки получившийся квадратик мы делаем похожим на шоколадку. После запекания наша шоколадка стала темнее. Теперь ее нужно приклеить к основе для кольца. Мы приклеили основу к шоколадке, и теперь это нужно будет закрепить жидкой полимерной глиной, а потом вновь отнести в духовку на 2-3 минуты. Наше кольцо готово. Вот так быстро и просто можно сделать подарок своими руками или украсить себя.